Раз. О, отлично. Дорогие друзья, я безумно рада всех вас видеть сегодня здесь. Я вижу много знакомых лиц, и я вижу много незнакомых лиц, что не менее приятно. Это очень классно. Я сейчас немножечко расскажу вам о концерте, как он будет проходить. Сегодня будет исполняться моя авторская музыка. Концерт будет состоять из двух отделений, будет маленький перерыв. И будет все происходить в таком формате. Я буду немножечко рассказывать о композиции, и потом мы будем ее играть. И для начала я хочу представить людей, без которых это бы все не состоялось. Это, ну я бы сказала, что это, наверное, волшебники, потому что ты можешь им принести свою идею, и они ее быстренько все реализуют. Это музыкант, который сегодня будет играть со мной. Начну с потрясающей девушки, пианистки, уже известной в московской джазовой сцене. Она не только является исполнителем, она также является и композитором. И, в общем, это потрясающая девушка. И зовут ее Рамина Мишина на фортепиано. Один из самых скромных барабанщиков России, который успешно совмещает игру у поп-артистов с игрой в джаз и фьюжн коллективах. Повелитель длительностей Максим Фролов. Ударный. Вот эти вот ребята практически не нуждаются в представлении, потому что, я думаю, многие из вас знают, кто это. Да. Они мне были выделены государственной программой «Доступный духовик молодому басисту». Но если говорить серьезно, это уже известные музыканты на джазовой сцене, и для меня большая радость, что они сегодня играют со мной на трубе. Айк Григорян! Тенор-саксофон Даниил Федоров. Итак, первая композиция, которую мы исполним, это новая композиция. Это будет сейчас премьера. Я немножечко расскажу предысторию, буду так о каждой композиции рассказывать, что меня вдохновило на ее создание. С самого детства я очень увлекалась египетской мифологией. Это были мои любимые сказки, ну так сказать. А несколько лет назад я, к счастью, с вами побывала в Египте. И на меня это произвело очень сильное впечатление, я вам скажу. Когда мы подлетали, я увидела эти пустыни, нету никакой вообще зелени, а просто все коричневое, меня это так впечатлило, что я поняла, что обязательно напишу какую-нибудь египетскую композицию. И я решила совместить вот это свое детское увлечение со взрослым впечатлением и написала следующую композицию. Решила назвать ее именем одного бога. Как сказала одна моя подруга, с ним всегда самые прикольные истории. Вот. Композиция называется «Анубис», и мы начинаем концерт. Thank you.
Thank you.
спасибо, друзья. Сейчас прозвучит следующая композиция. Это новая композиция, она будет в дуэте. И эта композиция для меня такая очень личная и эмоциональная. Она называется «Family» — «Семья». Написала я ее, размышляя о том, что многие из нас, когда говорят о семье, прежде всего что-то вспоминают такое радостное, легкое, детское, праздники, там, семья. Вот. Но ведь на самом деле, если так мыслить глобально, семья — это всегда не только самые большие радости жизни, но это самые большие горести жизни, потому что на уровне семьи любую какую-то печаль мы переживаем как свою собственную, как и радость мы переживаем как свою собственную. В общем, семья — это безумная эмоциональная вещь в жизни каждого человека, и я считаю, что это самое важное, что есть. И эта композиция посвящается моей семье, которая сегодня здесь. Thank you.
Увидите и будете много раз видеть, потому что это восходящая звезда московской сцены, я вам скажу. Приглашаю на сцену Павел Евсеев. И также я хочу пригласить на эту сцену певицу. Это не только певица, это еще и моя очень близкая подруга. И я хочу рассказать про нее небольшую историю. Конечно, она, безусловно, потрясающая певица. Она начала петь раньше, чем говорить, дышать и все такое. Имеет все возможные награды, какие только можно иметь. Но несколько месяцев назад с ней случилась беда. Она попала в очень страшную катастрофу. Практически врачи не давали никаких шансов, что она выживет. 1% давали. Но эта девушка — это пример мужества, пример целеустремленности. И это действительно, действительно настоящее чудо. То, что она сейчас здесь, то, что она сейчас выйдет на эту сцену, и то, что она сейчас будет петь для вас. Я приглашаю на сцену Веронику Лазаренко. Расскажу немножечко о композиции, которую мы сейчас исполним.
Это новая композиция. Она называется «Учитель». С самого детства меня как-то вот заманивала вот эта тема «Учитель». Я любила фильмы, где какой-нибудь герой попал в тупик, он не знает, что делать дальше, но потом где-то в горах он нашел учителя, мудреца, он ему все сказал, что нужно делать. Он пошел, вернулся, всем утер нос. Где-то подсознательно я всю жизнь ищу такого учителя. Но недавно я поняла, что учитель в жизни, он не один. У нас много учителей, и эта композиция посвящается всем моим учителям. Кто-то научил меня ремеслу, кто-то научил меня правильным мыслям, кто-то научил меня жизни. Много есть достижений. В общем, эта композиция посвящается всем моим учителям. Итак, звучит композиция «Учитель». Thank you.
Спускаешься с небес на землю и понимаешь, что вот чего бы то ни было, никогда не произойдет. То есть этого просто никогда не будет. И ты это принимаешь. И это может быть очень тяжело иногда, иногда нет. В общем, эта композиция, она о принятии, о понимании, но в основном главное о том, что этого никогда не случится. Итак, для вас звучит премьера, композиция «Never».
Максима Фролова. Вернулся на этот сцен. Следующая композиция — это наше совместное производство. И называется она, только не смейтесь, «Ритмический зайчик». Понимаете, просто когда муж с женой по совместительству является ритм-секцией, то неизбежно появление каких-то зайчиков. Я знаю, что в зале много друзей-музыкантов. Я думаю, что вы поймете, в чем здесь прикол. А для друзей не музыкантов я хочу сказать так. Этот зайчик, он сейчас к вам припрыгает, и вы просто примите его таким, какой он есть. Ведь вы понимаете, люди бывают разные, бывают нормальные, бывают странные. Вот так зайчики. Бывают милые, пушистые, а бывают ритмические. Поэтому сейчас полиритмический этюд «Ритмический зайчик». Встречайте! Thank you.
технический зайчик. Я приглашаю на эту сцену вернуться всех моих дорогих музыкантов. Сейчас прозвучит новая композиция. Я хочу рассказать небольшую историю о ней. Так как я музыкант, вокруг меня очень много людей творческих и неординарных. И многие мои друзья увлекаются различными практиками, психологическими, эзотерическими, и делятся со мной какими-то интересными вещами. И вот две таких практики вдохновили меня на создание следующей композиции. Я сейчас коротенько о них расскажу. Одна очень мудрая женщина сказала мне один раз, что когда, ну, например, у тебя очень тяжелый какой-то период в жизни, очень сложный момент, который тебе предстоит преодолеть, представь себе, что у тебя за спиной стоит весь твой род с древнейших времен. Они все стоят, я говорю, у меня мурашки. Они все стоят за тобой, и они жили, прожили жизнь, чтобы сейчас, вот в этом веке, жил ты. И просто почувствуй вот эту силу поколений, которая стоит за тобой, чтобы принять какое-то решение или сделать какой-то шаг. Это первая практика. А вторая практика, тоже не менее мудрый человек мне о ней рассказал, она больше с психологией, но она звучит так. Надо произнести свое имя и проанализировать, что ты чувствуешь в этот момент. То есть я Дарья Шор. И когда я первый раз это сделала, я очень удивилась своим эмоциям. То есть ты какие-то свои глубинные очень вещи поднимаешь, когда это говоришь. И эти две практики меня очень удивили. И я написала следующую композицию, которую решила назвать следующим образом. «Помни свое имя». Это значит, что если тебе сложно, если что-то тебе предстоит сделать серьезное, помни, кто ты, помни, сколько поколений стоит за твоей спиной, и кто ты вот сейчас живешь, и за тобой такая огромная история. Каждый человек — это часть истории, очень интересной и очень многогранной. И сейчас для вас прозвучит премьера. Композиция «Помни свое имя». Thank you.
Сейчас прозвучит следующая композиция. Она немного нетипичная для меня, но тем не менее. Она называется «I wanna dance» — «Я хочу танцевать». И на самом деле она немного глубже, чем кажется по смыслу. «Я хочу танцевать» здесь как в значении «Я хочу делать то, что хочу». То есть делай, что хочешь, получай от этого удовольствие. Если ты хочешь танцевать — танцуй. Хочешь выращивать кактусы — выращивай кактусы. Хочешь путешествовать — путешествуй. Главное, получай от этого удовольствие. Я вот хочу танцевать и пытаюсь это делать, хотя это очень тяжело. Звучит следующая композиция «I wanna dance». Thank you.
К окончанию. Сейчас я положу гитару. Я решила закончить концерт сольной композицией. Мне хочется верить, что многие из вас ее знают, но я, конечно, не знаю, правда ли это, потому что недавно совсем вышел клип на эту композицию.
Но для тех, кто еще не видел клип, я расскажу немножко об этой композиции. Меня на написание этой композиции вдохновила выставка бурятского художника Зарикто Доржиева. Он рисует картины Бурятии. И когда я посмотрела на его картины, я задалась такой мыслью, насколько же огромная наша страна и сколько в ней разных культур, сколько в ней живет народов. У каждого своя история, у каждого своя боль, у каждого своя культура. Но все они объединены одной огромной территорией, самой прекрасной территорией на свете России. И я написала эту композицию, назвала ее «Сибирь». И я посвящаю ее своей бабушке, которая здесь находится в зале. Сейчас я буду играть. И хочу, чтобы вы представляли бескрайние поля, леса, озера, реки, горы, Россию, всю, во всей ее красоте. Но у каждого свои ассоциации. Вот что для вас самое колоритное, то и представляете. Итак, для вас звучит финальная композиция «Сибирь». Thank you.
Спасибо большое. На этой оптимистичной ноте концерт оканчивается. Я хочу пригласить всех, кто сегодня в нем участвовал, для поклона. Очень было играть для вас. Спасибо большое. Приходите на следующий концерт.